Привет, ребятня! Меня зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! Так как в последнее время я делаю тест новых форматов на канале, поэтому сегодня мы с вами поиграем в интерактивную игру под названием «Угадайка». Что же это такое, спросите вы? Все очень просто. Я буду вам играть песни и мелодии под определенной тематикой, например, сегодня у нас зарубежные песни. А ваша задача — написать в комментариях, какие же песни я все-таки играла. И первых 5 людей, которые отгадают и правильно напишут название, попадут в мое следующее видео. Все очень просто. Ну а перед началом видео обязательно подпишитесь на мой канал, если до сих пор не подписан, потому что моя статья статистика говорит, что 57% людей смотрят без подписки мой контент. Почему? Тем более у меня на этот год есть грандиозная цель — собрать на канале 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Тем более ты мне можешь помочь достичь эту цель. Ну а сейчас садись поудобнее, ушки на макушке и погнали отгадывать! А сейчас пиши свои варианты в комментариях. Обязательно, пожалуйста, пронумеруй, чтобы я понимала, какая песня где. Если понравился новый формат, то поставь, пожалуйста, лайк. Также можешь написать в комментариях, какую следующую тематику мне взять. И не забудь поделиться этим видео со своими друзьями. Ты можешь также с ними сыграть. Или у тебя есть какая-то проблема, ты не знаешь, что это за песня. Возможно, друг как раз-таки ее и знает. Ну, а меня зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!